Я вас приветствую в Беларуси как крепкого, надежного друга нашей страны. Благодаря той политике, которую проводит Министерство иностранных дел, ваш президент, у нас очень хорошие отношения с Турецкой Республикой. Мы сотрудничаем с вами по всем направлениям. Закрытых тем в сотрудничестве и в отношениях между нами нет. Мы прошли очень долгий и непростой путь. Перед нами стояли разные вызовы и разные вопросы мы с вами решали, о которых мы не говорим и до сих пор. И надо отдать должное, что мы успешно решали проблемы, которые возникали у нас с вами и в международных отношениях в целом. Но работать есть над чем. Нам, конечно же, надо совершенствовать фундамент наших отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как мы, Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели мы имеем сейчас. Скажу вам откровенно, у нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении. И наша межправительственная комиссия, наше посольство в Турции, ваше посольство здесь должны подключиться и, наконец-то, выработать надежный план действий, чтобы мы действительно в разы увеличить смогли наш товарооборот. Согласитесь, если товарооборот большой, если мы очень зависимы друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения.